На первом новогоднем празднике города маленьких десногорцев развлекали главные герои – Дед Мороз, Снегурочка и Зимушка Зима. Под веселую музыку ребята смогли потанцевать и поучаствовать в веселых конкурсах. Вместе со сказочными героями ребята зажгли огни на главной городской ели. Завершился праздник сладкими гостинцами от Деда Мороза. Этот традиционный яркий праздник открыл декаду новогоднего детского веселья, который они ждут целый год. Маленькой елочке холодно и холодно.